Я не знаю, откуда у нас смелость бралась. Хотя, не дай бог, женщине быть солдатом. Расскажу вам один случай. Мы шли в наступление. Очень быстро наступали. И выдохлись. Обеспечение от нас отстало. Кончились боеприпасы. Вышли продукты. Кухню. И ту разбило снарядом. Третьи сутки сидели на сухарях. Языки все ободрали так, что не могли ими ворочить. Мою напарницу убили. Я с новенькой шла на передовую. И вдруг видим, на нейтралке же ребенок. Такой красивый. Хвост у него пушистый. Гуляет себе спокойно. Как будто ничего нет. Никакой войны. И немцы, слышим, зашумели. Его увидели. Наши солдаты тоже переговариваются. Уйдет. А супчик был бы. Из автомата на таком расстоянии не возьмешь. Увидели нас. Снайперы идут. Они его сейчас. Давай, девчата. Что делать? Я и подумать не успела. Прицелилась и выстрелила. У жеребенка ноги подогнулись. Свалился на бок. И тоненько-тоненько ветер принес. Заржал. Это потом до меня дошло. Зачем я это сделала? Такой красивый. А я его убила. А я его в суп. За спиной слышу, кто-то всхлипывает. Обернулась, а это новенькая. «Чего ты?» — спрашиваю. Жеребеночка жалко. И полные глаза слез. «Ах-ах-ах! Тонкая натура! А мы все 3 дня голодные. Жалко, потому что еще никого не хоронила». Не знаю, что такое за день прошагать 30 километров в полном снаряжении, да еще и голодный. Сначала фрицев надо выгнать, а потом переживать будем. Смотрю на солдат. Они же вот только меня подзадоривали. Кричали, просили. Никто на меня не смотрит, будто не замечает. Каждый уткнулся и своим делом занимается. А мне что хочешь, то и делай. Хоть садись и плачь, будто я живодерка какая-то, будто мне кого хочешь, убить ничего не стоит. А я с детства все живое любила, а тут бац, и пальнула по беззащитному жеребенку. Вечером несут нам ужин, повара. Ну, молодец, снайпер, сегодня мясо в котле есть. Поставили котелки и ушли, а девчонки мои сидят, к ужину не притрагиваются. Я поняла, в чем дело. В слезы и из землянки. Девчонки за мной. И давай в один голос утешать. Вот так было. Эх, девки, всем вы хороши. Но после войны побоятся на вас жениться. Рука меткая, тарелкой пустишь в лоб и убьешь. Я что еще думаю? Вот послушайте, сколько война была. Очень долго. Ни птиц, ни цветов не помню. Они, конечно, были, но я их не помню. Вот такое. Странно, правда? Мы только недавно, лет 8 назад, нашу Машеньку Алхимову нашли. Ранила командира арт-дивизиона. Она поползла его спасти, и перед ней разорвался снаряд. Командир погиб. Она доползти не успела, и ей обе ноги раскрошила. Мы несли ее в медсамбат. Она просила: «Девочки, пристрелите меня! Кому я такая буду нужна?» Так просила, так просила. Ее отправили в госпиталь. А мы дальше пошли, в наступление. След ее потерялся. Мы не знали, где она, что с ней. И куда только не писали, никто нам ответить не мог. Помогли нам следопыты 73-й школы города Москвы. Они нашли ее в доме инвалидов. Все эти годы она кочевала по госпиталям. Ей десятки операций сделали.
Она матери своей так и не призналась, что живая. Можете себе это представить? Вот что такое война. Мы привезли ее на нашу встречу. Она сидела в президиуме и плакала. Потом ее с матерью свели. Через 30 лет они встретились. Война и теперь нам снится. То бежишь в укрытие, то на другую позицию. Проснешься, и не верится, что живая. А вспоминать не хочу. Физически ощущаю материальность боли, что живет в этой маленькой, кутающейся в старый плед женщине. Дочка, скажет она мне на прощание, неловко протянув вперед горячие руки. Я иду. Мне теперь не вернуться к себе прежней, когда не было слов. Оттуда даже если живой придешь, душа болеть будет. Теперь думаю, лучше бы в ногу шли, в руку ранило. Пусть бы тело болело, а то душа. Очень больно. Мы же совсем молоденькими пошли, девочки. Я за войну даже подросла.